автозаправочные станции, парковки, станции техобслуживания и ресторан. Появится вдоль трассы Таврида в первом квартале 2021 года. 6 АЗС и 5 многофункциональных зон разместят между Симферополем и Керчью. 4 объекта возведут в Ленинском районе, еще 3 в Кировском и 2 в Белогорском и Симферопольском районах. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Крыма Юрия Гаценюка. В многопрофильных центрах будет парковка для легковых авто и автобусов, а также станция техобслуживания. Кроме того, там планируется парковка для грузовиков, торговый центр, ресторан, гостиница, информационный центр и рынок, уточнил председатель Совета министров Республики Крым. Для возведения объектов инфраструктуры на трассе Таврида предусмотрено 2,5 миллиарда рублей. Инвесторов для создания и эксплуатации 9 объектов выбрали на конкурсе в декабре 2018 года. Ими стали крымские компании МФК «Тавриды», фирма «ТЭС» и «Барвинок», представитель группы компаний «Атан».